На самом деле надо начинать, наверное, с традиций всегда, а не только с тех условий, в которых сегодня развивается борьба. Если уж мы говорим о борьбе на Кавказе, на юге страны, у нас что, замечательные традиции. Дагестан, Осетия, Чечня, Кабардино-Балкария. Здесь традиции представлены олимпийскими достижениями. Поэтому количество сломанных ушей на квадратный метр, оно, в общем, особенно в Дагестане, оно превышает даже все фантастические прогнозы. Залы развиваются, внутри федерации замечательная конкуренция. Вот, и традиционно даже субъекты, где развивали только вольную, сейчас и греко-римская борьба имеет очень хорошее представительство и, как следствие, перспективы. Строятся залы, в программах во всех участвуют. Если мне память не изменяет, статистика сурова, но объективно. Ковры практически в каждом муниципальном образовании, в каждом селе есть, потому что это часть национальных традиций.